Приветствую вас, дорогие друзья в игрушке Ай, с вами Дариди, и мы продолжаем играть в летающую голову. Я не могу уйти, нужно найти больше мешков. Так, в общем, мне нужно найти 20 мешков и свалить отсюда нафиг подальше, ребят. Я надеюсь на ваши лайки и комментарии. Давайте, знаете, сейчас такую загадку задам. В общем, знаете, сколько я хочу набрать лайков под этим видео? Хотя бы. Давайте хотя бы наберем. Вот если 100 тысяч умножить на 5, потом разделить на 50, умножить на 20, разделить на 20... И отнять 999. Вот столько лайков я хочу. От каждого из вас. Да, ребят. Будет очень здорово. Сейчас скажете, губа не треснет, да? Да нет, не треснет. Это вполне реально. Так, зеленые и красные, если сочетаем, то у нас получается что? Что получается у нас? Быстрый бег. Быстрый бег получается. Так, мешочки. А, я сейчас просто вижу мешочки, где находятся. Вот это, конечно, я зря. Надо было поспешить. Так, аккуратно, пока у меня есть одна подсказка, глаз. Я хочу пройти эту игру, боже мой. What the fuck, она здесь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Она где-то там. Аккуратненько так пойдем. Блин, она здесь. Офигеть. Короче, давайте свалим на верхний этаж. Пока она здесь, то она по-любому потом по лестнице будет подниматься. Тут пока порыскаем. Двери, двери, точно. Надо в каждую дверь зайти. Тут пусто, тут пусто. Играем мы на средней сложности. Боже мой, как все мерцает. Очень круто разработчики сделали игру, ребятки. Хорошая, приятная графика для Android. Довольно-таки достойно сделали. Большущее спасибо, просто жаль, я раньше не следил за игрой и много чего пропустил. Черт подери, она здесь где-то. Че, будем проверять, нет? Блин. Мы сюда лучше зайдем. Отлично. Так, найс. Все трясется. Так, тут что-нибудь открывается? А нижние открываются? Нет, только верхний открывается. Темно, ничего не видно. Так, тут значит у нас ничего нету. Там никто не прячется, вроде нет. Уходим. Так. Еще раз по коридорчику пробежимся, посмотрим, что у нас тут такое. Мы еще вот в эту сторону не ходили. Так, это план, видимо, здания, да? Нам по-любому придется спускаться вниз. Ребята, я не хочу туда спускаться. Там очень страшно. Так, запись какая-то. В этом мешке есть дневник. Подпись Эмилия. Дневник, слишком детские записи. На обложке имя Эмилия. Должно быть, он принадлежит ей. Но кто она такая? Опять, ребятки, опять загадки. Кстати, появилась новая карта школы. Мы обязательно поиграем в нее, ребят. Обязательно. Я вам сказал, сколько мне нужно лайков от каждого из вас. И я понимаю, что это, возможно, нелегко. Но на самом деле, это очень легко. О, боже мой, у меня голова кружится. Зря красную выпил. Сейчас надо зеленую выпить, чтобы эффект был. У меня есть 22 секунды. Навряд ли я найду сейчас. Так. Шатаюсь, я вообще все шатается. Где она? Тварь. Нет. Нет, 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 вы видели ее, да, ребят? Она прям здесь. Тихо, 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 тихо. У меня еще скорость есть. Кажется, ушла. Кажется, ушла. Так, 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 так. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, блин. А тут по мешочку в каждом. Отлично. Сколько у нас? У нас только 9 мешочков, ребят. Этого мало. Этого недостаточно. Можно пробовать 2 зеленые собрать. Я пока здесь пробегусь. А, открыто, ребят, открыто. А, запись. Бррр, в этих мешках находятся трупы. Кажется, я забрел в морг. Надеюсь, мертвые не оживут. Я тоже на это очень сильно надеюсь. Что они не оживут.
Так, смотрим, что у нас здесь. Еще мешочек. Отлично, найс. Главное, чтобы она меня не поймала, ребят. Тут никак в игре нет, только у вас одна жизнь есть. И мы, мне, я не имею права ошибиться. Давайте, знаете, я возьму... Так, нифига не видно. О, мне дали... Мне дали 5 глазов, нифига себе. 2 зеленые, это значит дополнительные подсказки, где она находится. Ясно, в принципе, пригодится. Но у меня тогда уж чересчур много получается. В принципе, это не так важно. Совмещать зеленые. Ты уж мать. Валим наверх. Так, где она? Она вот как раз сейчас здесь. Она сейчас внизу, ребят. Пойдемте тогда наверх. Может быть, мы тут что-то не взяли? Надо перепроверить. Так, тут, по-моему, мы брали, да? Тут мы тоже были. Неужели мне вниз идти надо? Подожди, в смысле, она здесь, что ли? Она здесь. Она здесь, ребят, спускаемся вниз. Еще 7 мешочков, я не знал, где они находятся. Так, возьмем дополнительный глаз, давайте. Красно, ну, пока не будем брать, надо точно знать, где находятся остальные флаконы. Давайте 2 красных выпьем. Вот красные, и вот тут красные. И что это нам даст? А, мы видим, где мешочки. Наверху я вижу. Вот он один. Остальные наверху, ребят. Подожди, а где они наверху? А есть третий этаж? Я не знал просто. Скорее всего, на третьем этаже, да? Так, будем знать. О, давайте красный возьмем. Красный и зеленый. Что-то будет? Какая-то туманка странная. А, может быть, я невидим для нее? Это очень интересно. Ну, тут вроде закончились мешочки. Блин, нам надо наверх, ребят, на верхний этаж подняться. Да боже мой, ну-ка, 40 секунд, я запутался. Слушай, у меня такое ощущение, что она меня не видит. Вот этот туман, это что значит, что она меня не видит, да? Если бы это было так, было бы очень здорово. Подожди, а 2 красных, да? Тогда мы будем видеть... Тогда мы будем видеть мешочки. Вот мне вот это очень сейчас нужно. Что такое? Так. А старый патефон, он довольно знакомый. Где-то я его уже видел. Меня просто трясет от этой музыки. Хорошо, давайте выключим. Так, рука какая-то. Тут изображен рентген. Картины похожи друг на друга, клянусь, я видел то же самое, когда ударился головой. Так, одно окей. Вот, 2 зеленые, понятно, это глаз, дополнительный 5 глазов. Вонище какое-то. Да, это запах смерти, а откуда исходит такой аромат? Офигеть. Тут мы много чего еще не нашли. Подожди, где она здесь? Неужели она здесь? Я, ребят, не знаю, как попасть на верхние этажи, а это мне очень сейчас нужно. Либо 2 красных собрать, чтобы мы примерно представляли, куда идти. Да, вот 2 красных. 2 красных, это я... Я буду видеть мешочки. Блин, она здесь. Офигеть, она здесь, ребят. Мне еще 6 надо мешочков собрать. Не, не стоит выходить, я думаю. Надо переждать. А мы можем себя закрыть? Нет, не могу закрыть. Кажется, ушла. Тихо. А, вот он. Наверх, лестница наверх. Вот. Так, это где мы? Дохлая крыса. Давайте зайдем уже куда-нибудь. Так, тихо, спокойно. Но она здесь, она сюда пришла, боже мой. Надеюсь, она сюда не зайдет. Так. Вот еще один мешочек. Так, можем, в принципе... Ну-ка, давайте посмотрим, где она. Вот сейчас она на третьем этаже, я так понимаю, да? По-моему, на третьем. Вот еще один мешочек давайте возьмем. Уже 17, ребят, мешочков.
Я тут, наверное, совмещу две красные. Сейчас мы, пока она уйдет. Мы совмещаем две красные, смотрим, где мешочки, и быстренько их собираем. Вот, по-моему, она в морге. Да, она в морге. Она на самом низу. Вот берем красную. Я сейчас шатаюсь, берем еще одну красную. И все, я теперь вижу мешочки. Один здесь. Быстро, у нас мало времени. Так, в конце коридора еще две. Так, вот, отлично. Раз. Два. Все, можно убегать, ребят. Нам ничего не нужно. Давайте зеленую с красной совместим. Зеленая и красная. О, новое достижение какое-то. Рецепт. Ускоряющее снадобье. У меня столько энергии, я чувствую, что могу убежать без остановки. Несколько дней, просто не могу остановиться. А, мне 41 секунда, я могу просто бегать. Так, мне сейчас надо спуститься. Нет, тут по-любому есть какие-то пасхалки, загадки. Обязательно, ребятки, пишите в комментариях. Может быть, я что-то пропустил. Но я хочу поизучать еще больницу побольше. А, старая мерзкая крыса, черт возьми, она напугала меня. Похоже, это единственное создание, которое не собирается меня убивать. Так, тут надо аккуратно. Твари! Сука! Блин! Ну как это было неожиданно-то? Офигеть! Я почти прошел, я все собрал и в конце просто не мог убежать. Попробовать снова. Охренеть! Жестко. Ладно, я теперь знаю, где все... Значит, находятся мешочки. Сейчас мы даже еще быстрее пройдем. Я хочу с третьего этажа начать. Начнем с третьего этажа, потом на втором соберем. Ну и, может быть, нам хватит. Посмотрим. Так, все, сразу я очнулся. Ну, тут собираем, конечно же, мешочки, которые видим. Так. Классно, нам пригодится. Все, сразу наверх. Тут ее нету пока что. Скорее всего, она снизу, да, начинает. Начнем заходить в комнаты. Мне почему-то кажется, что... Какой-то тут есть секретная комната, может быть, как в первой части. Была такая пасхалка. Отсылочка на каких-то детей. Так, собираем. Так, ну все, ребят, сейчас можно по... не бояться. Блин, мне эта скорость только навредила. Без нее бы проще было. Две зеленые не будем совмещать. В принципе, тут и так много подсказочек. Так что мы справимся с этим. Так. Смотрите, сколько наверху очень много мешочков можно найти. У нас уже 9 мешочков. Тут, по-моему, не открываются. Да, не все они открываются. Блин, тут так много зеленых. Офигеть, тут все в зелени. Ну, нам вот надо красный тогда уже зеленый совмещать. Так. Пока ее здесь нету, надо шариться. Так, тут мы все построили. Ну, по ходу дела, ребят, наверху мы все взяли. Давайте две красных соберем. Раз. Красная это тема. О, вот, видите, один пропустил. А, все, ребят, больше на этом этаже нету. Надо вниз идти. Видите, как... Блин, тварь. Как хорошо, когда у тебя есть... две красные микстуры. Теперь мы знаем, что... Блин, надо вниз нам спускаться. Я забыл как. Подожди, где выход-то? Я не понял. Это комната. Вот. О, хера себе. Она сейчас здесь находится. Валим, валим, валим. Надо смотаться. Надо, чтобы она наверх поднялась. Но в комнату она вряд ли зайдет. Может, конечно, если заметит, что вы сюда забежали. Но просто так она не заглядывает, она обычно по коридорам ходит. Так. Вот мне самое главное две красных собирать. Так, где она? Все, она наверху. А на верхнем этаже, зная это, мы можем тут побегать и поискать. Так. Мешочки. Так, вот, раз, отлично. Вон, по-моему. Да, найс. Быстро, 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 быстро. Где сам морг? Там много мешочков. Там еще мы три можем найти. Так, вот тут. Что у нас вот тут? А, вот. А сейчас нет, в тот раз было, да? Тоже в рандомном месте. Блин, мне нужны красные, короче. Два красных флакона. Один здесь.
Самое крутое, это, конечно, красных. Их меньше всех. А, вот. Так, раз красный. Два, 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 быстрее. Так, все, мы видим. Один вот здесь. Так, видите, я не заметил бы. Да возьми ты его уже, боже мой. Охренеть. О, вы видели, она не заметила меня. Она меня не заметила, офигеть. Хера себе, я испугался. Я думал, все, опять нам хана. Тихо, 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 ребят. Надо, чтобы она ушла. А как она уже здесь? Как она так путешествует? Она уже наверху, ребят. Она что, телепортом пользуется? Так, там наверх. Хотя мы можем уже наверх, в принципе, идти. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Так, тут мы смотрели. Валим, 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 валим. Все, здесь посидим. Два мешочка осталось. Я думаю, можно наверх подняться. Где она? Она тут как раз путешествует. Такое ощущение, что она прям ко мне. А, вот, наверх. Все, она поднимается наверх. Офигеть. Я один вижу красный флакон. Мне надо два красных. Аккуратно только. Два мешочка можем наверху найти. Где она? Она наверх поднимается, еще выше. Отлично, ребят, это мой шанс. Это мой шанс. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Короче, давайте зайдем в какую-нибудь комнату. Нифига нету. Два мешочка всего лишь-то. Твою ж мать! Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Она же может сейчас зайти сюда. Два мешочка я не могу найти. Ну что такое? Да не, она... Подожди. А не, она сейчас на моем этаже, да. Поднимается наверх. Поднимается наверх, ребят. Немножко подождем. Вниз там не зачем. Боже мой. Так, тихо. Спокойно. Да что будешь делать? Ну что она туда-сюда мотается? Она, может быть, слышит эти? Как я шарю, скрипы слышат, наверное. Так, она внизу. Вот, отлично. Давайте раз возьмем. Два, все. Теперь мы видим. Так вот, вот как раз две. Все, ребят, надо убегать. Нифига себе, надо было проверить, и все, шкаф. В шкафу были. Вон еще. Раз, два, три, четыре, пять. Еще дополнительных пять. То есть мешочков... 25, я так понимаю, да? 25 мешочков в игре. Так. Где она сейчас? По-моему, наверху. А что мне еще дали? Бррр, в этих мешках находятся трупы. Это мы читали. Все, выходим. Сматываемся. Да, ребят, я это сделал. Со второй попытки. Это была она, я... Точно уверен, это здание заброшено, что она здесь забыла. Не могу избавиться от чувства того, что она зовет меня куда-то к себе, в тень. Что же мне делать? 40 нам дали монеток, плюс достижения, надсмотрщик в больнице. А, я, ребят, это сделал. Мы это сделали. Следующая школа. Я не знаю, как ее открыть.
Ну, я думаю, мы поиграем в школу, ребят. Если хотите, чтобы я поиграл в школу, ставь лайк, пиши комментарий, будет круто.